1000 разовых доз синтетических наркотиков стоимостью свыше 2,5 миллионов рублей вывели из незаконного оборота в столице Дальнего Востока полицейские. В ходе проверки сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков установлено, что 23-летний житель дальневосточной столицы является так называемым закладчиком и планирует распространить крупную партию наркотиков во всех районах города. Полицейские провели обследование лесополосы в районе улицы Дивной во Владивостоке, где злоумышленник разложил наркотические вещества, и обнаружили там килограмм мефедрона, приготовленный к сбыту. В отделе полиции задержанный дал признательные показания и сообщил, что расфасовал наркотики по пакетам и делал закладки с целью последующего сбыта бесконтактным способом. Возбуждено уголовное дело о покушении на незаконное производство, сбыт и пересылку наркотических средств в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 20 лет.